За последние сутки в московском регионе выпало около 20% от месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся еще несколько дней. Мы попытались выяснить у видновчан, в радость ли им такая зимняя сказка. И хорошо ли, на их взгляд, коммунальщики справляются с уборкой снега. Я хожу сегодня с утра. Ужасно. Очень плохо. Сегодня очень плохо. На полка 2-6 сходите, все увидите. Плохо там? Там не убирали, за зиму ни разу. В дворах вообще не пройдешь, это невозможно. Дороги более-менее почищены, транспорт ходит, но на своей машине не выедешь. Наверное, не хватает кому убирать. А так все, где дома, возле домов, там все забито. Ни машин, ничего выехать не может. Народу не хватает, техника нужна, помощь. А так все, что можем, делаем. Как бы дороги еще, которые вот машины ездят, неплохо. А для пешеходов вообще ничего не делается. Однако мнения разделились. Других жителей города все устраивает. Как, на ваш взгляд, убирают город от снегопада? Прекрасно. Снег идет. Как могут, так и убирают. Да вроде хорошо убирают. Я не могу ничего сказать. Все время дорожки чистые. Здесь вроде нормально. Здесь мы на школьной живем, там, конечно, соответственно, не так. А центр всегда убирается. Зато зимняя сказка радует детей, которые с удовольствием помогают коммунальным службам убирать город. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.